Хорошо. Давай. Меня зовут Семен Горбунов. Мой интерес оказался не тем, как я думал. Раскрашивание. Вот, я раскрашивал оранжевые розы. Это редкий цветок, который растет у моей бабушки Нади. Привет, меня зовут Никита, мне 15 лет, мой интерес – мячик, потому что он круглый, прыгучий, бьет по стенам. Меня зовут Дима, мне 13 лет, мой интерес, любимый, это увлекаться Лего. Вот Оби-Ван Кеноби, который я собрал первый раз. Недавно это было. Вот он, у него двигаются руки, ноги в этой сборной фигуры. Вот, короче, световой меч есть. А это вот модель танка AAT. В нем помещаются два боевых дроида. Он с 5 пушками. Одна наверху на турели, две боковые по бокам и две потайные внизу. Ой, это он так стреляет, там, Джа-Джа Бинкс, который сражается против этого танка и боевых дроидов. Он очень храбрый, смелый, и у него оружие это копье света и суперщит. Это атлас мира, в нем я изучаю страны и столицы, например, Франция, Париж, Мали, Бамако и так далее. Он очень классный. Меня зовут Лена, 28. Мой специальный интерес – это аутизм. Я его изучаю. Меня зовут Артур. Мне 15 лет. Ну да, но 15. У меня интересы много всего. Это не пистолет. Это танк. А это пульт от танка. Я и так уже много сказал, что много всего. Ясно вам? Это, ну, понятно? Ну, понятно. Ну ладно, все. Мария Мухадинова, 17 лет. Люблю аниме Хаяо Миядзаки. Если припомнится, Унесенные призраками. Старое аниме 70-х, 60-х, 80-х годов. Некоторые 90-х интересуют. Немного гад. Ловить и ухаживать за растениями. Иногда. Паша, 11-й. И мне дали вот этот полиция, голод мастеров. Мне грузовик нравится. Буду ехать, буду открывать, закрывать. Буду открыть дверь и закрывать дверь. И капот буду закрыть и опять закрывать капот. Он едет колесами. Возу этот, как его там... Да, грузовик. Ну что ж, сфотографировал. Грузовик. Давай. Меня зовут Гриша. У меня 18 лет. Я увлекаюсь, как говорится, историей, литературой и знаменитых личностях меня больше интересует. И делаю презентации про них. Да, уже с собой принес книга. Это вот Агатова об авторах ваших книг. Ну, как говорится, о советских писателях и поэтах. Там все биографически. Это, как говорится, все нравятся мне авторам, не сложно сказать, какой он мой любимый. Бывает так, скажем, что я один, что мне нравится такое, и все такое, бывает у меня разное мнение. Маяковский, он был, как говорится, поэт своеобразный, он писал много вот о буржуазии, о демократии, вот свое произведение, противостоял них. И всегда заставлял рабочих и крестьян, вот, ну, чтобы подзарабатывать себе деньги на власть, ну,
Это все для власти было создано, чтобы он получил кое-какие деньги за это. И какие экранизации он сам, ну, он сам не делал, мы снимали экранизации. Мне это нравится. Валера, мне 19 лет. Вообще интересуются это компьютеры, игры, всякие песни, фильмы. Ну, позволяю веселиться и не учиться. А, еще узнавайте, какой у кого рост. Сколько вес и так далее. Вас, думаю, 152 или 151. И 155, может быть. Ну, где-то под 50 это идет. 182 или 183. Ну, видно, что высокий. А у меня 180. Музыку слушать. Смотреть видео, снимать какие-то моменты, что у нас сфера в сочетании. Ну, смешные моменты снимаю и вот захотел бы показать и показываю. Я когда смотрю в помощь в сферу, когда знаю, где именно смешно, я сразу готовлюсь потом передать все равно все дела. Меня зовут Таня, мне 22. Мой специальный интерес – это помощь детям с аутизмом и их семьям. Это правда специальный интерес. Я не запоминаю цифры, числа, но знаю гениально практически все об аутизме. Плохо запоминаю лица, числа, цифры. Я недавно забыла, сколько мне лет. Это нормально. Вот. Забываю день рождения и так далее. Но все, что касается аутизма, я помню неудобно просто. Меня зовут Варя, мне 22. У меня специальный интерес – это психология. Чем я отличаюсь от детей и аутистов? Мало чем. Все мы особенные, и они в большей степени особенные. Поэтому я не считаю, что я сильно отличаюсь от них. Хорошо, спасибо.